А мы продолжаем выявлять профессионалов среди профессионалов. Итак, возникают вопросы. У кого будут учиться будущее поколение артистов? Чье имя войдет в историю культуры и телевидения нашего полуострова? И нарешті головне питання. Хто стане найкращим у номінації «Вокаліст року»? Итак, смотрим сюжет. Внимание на экран. В 2010 году заслуженный артист Украины Владислав Черников подарил зрителям телеканала «Крым» прекрасную музыкальную программу, свой сольный телевизионный концерт, заявив о себе как о высокопрофессиональном вокалисте. В 2011-м, показав еще один мастер-класс, еще одним сольным телевизионным концертом, он удостоился номинации «Лучший вокалист года». Встречайте, Владислав Черников! Человек и наш очень хороший друг. Для вручения номинации «Кращий вокалист року» на сцену запрошується заступник генерального директора ГТРК «Крым», заслуженный журналист Украины Букина Валерия Васильевна. Вы король в своем царстве музыки. И я думаю, что для крымчан вы уже давно народный артист. И осталось совсем немножечко до того, чтобы стать народным Украины. От всего сердца мы вам этого желаем. Правда, крымчане?
Спасибо вам за ваш талант, за ваш голос. Примите наш скромный подарок в честь того, что вы заслуженно его выиграли. И, наверное, короля всегда делает свита, а ваша свита – это ваш телезритель. И телезритель должен знать, крымчане, гостелерадиокомпания «Крым» работает только для вас. Мы стараемся, и этот вечер дарим тоже вам. Всего доброго. Дякуємо, ми запрошуємо вас до глядацької зали. А ми впевнені, що вже наступного року ми будемо вітати народного артиста України Владислава Чернікова. Я нагадую вам, що ми також знаходимося зараз на музичній премії «Крим ТВ 2011». Зі мною поруч зараз лауреат номінації «Кращий вокаліст року 2011». Це заслужений артист України Владислав Черніков. Я думаю, що кримчані не даремно обрали саме вас. Вони хвилювалися і турбувалися саме за те, щоб ви стали номінантом цієї лауреатом цієї номінації. А ви самі пишаєтеся цим? Що для вас ця номінація? Для мене я вважаю дуже почетною. Награда. Мы долго шли к ней. Сейчас очень не хватает вот этой теплоты, наверное, артистам, отношения со стороны вот многих, и руководства и так далее. Вот. А ГТРК, вот, я считаю, даже вот эти награды, ну, это, я считаю, вот большой стимул для дальнейшего творческого роста. Саме про це я хотіла спитати. Якщо артист отримає таку нагороду, це означає, що наступного року він має ще більше здивувати нашого кримського глядача. Чим ви можете здивувати ще? Скорее всего, это что-то будет вроде французского настоящего шансона на французском языке. Хотим вот, поднять пласт интересных произведений именно не того шансона, то, что у нас шансон называется, а вот настоящий французский шансон.